5-й федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» пройдет в Ульяновской области в конце октября. Курс включает в себя 5-дневный тренинг-интенсив, где участницы знакомятся с основами бизнес-планирования, маркетинга, работой с поставщиками и инвесторами, а также прорабатывают свой собственный бизнес-проект, который по окончанию курса выносят на суд жюри. В программу также входит общение с действующими предпринимателями и посещение предприятий. Ульяновская область – единственный регион, который принимает проект уже в 5-й раз. Приятно осознавать, что у нас столько молодых креативных женщин, готовых создавать что-то новое. Все предоставленные проекты носят творческий характер и, что самое интересное, имеют социальную направленность. В проект уже вовлечено свыше 500 женщин. Из них более 20% уже открыли свое дело. Это очень неплохой результат, отметил губернатор Сергей Морозов, встречаясь с участницами разных этапов проекта. Стараемся как бы развивать, потому что сейчас очень много курсов, но учебных комбинатов практически не осталось. Ближайший учебный комбинат в Самаре по обучению бытовых услуг, конечно, хотелось бы вот это... У нас раньше они были, а сейчас нет, поэтому хотелось бы это сейчас возродить и поставить прямо вот именно... Давайте мы вам поможем, если у вас есть такой проект. У меня есть такой проект, это моя мечта, наверное. Хорошая идея. Напомним, проект «Мама-предприниматель» реализуется в Ульяновской области в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» при поддержке регионального правительства. Его участницами могут стать женщины в декретном отпуске или находящиеся на учете в службе занятости, а также матери несовершеннолетних детей. Участие в программе бесплатное.